Всем таки привет, с вами Дел. Сегодня мы продолжаем наконец-таки проходить Mirror Age. И сразу же хочу сказать, что тут вышла небольшая заминочка, и, наверное, минут 5 видео я просрал. Поэтому я вам просто расскажу, что было. Мы появились на крыше какого-то непонятного здания, перепрыгнули на крышу другого здания, проползли по трубе, зашли в какую-то дверь, пробрались по вентиляционной шахте, спрыгнули вниз, и мы здесь. Поэтому продолжим. Надеюсь, все будут довольны. Так, сейчас мы находимся в кабинете какого-то там мудака качеванного. Так, пистолет. Пистолет для слабаков. Так. Почему так медленно? А, понятно. Я адреналин врубил. Даже не заметил. Так. Нам таки сюда. И сюда. И... нормально. Так. А, не, ребят, по-моему, нам еще выше надо подниматься, да? Да-да-да, точно, выше. Так, здесь аккуратненько. Разгоняемся. И давай. Пейти, я тебя люблю. Так. Походу, за нами там уже пошли, ребята. Так. Да-да-да, мишенями обязательно. Но по мне еще попасть надо. Бугагаш. Так, вот это проблема. Я опять забыл, как юзать поворот назад. По-моему, на кью. Да, на кью. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Походу нам хана, ребят. Окей. Давай. Опс. Ой, мама. Ай, прям в жопу нашпиговали. Жопа. Ой. Все, хана, ребят. Ну, потерял навык. Потерял. Давно не играл уже. Но сейчас будем вспоминать потихоньку. Ловкость уже не та. Ой, все. Ладно, попытка номер 3. Давай. Только не в жопу. Вспышка, все нормально. Я знаю, куда бежать. Давай, пойти. Беги. Так, в относительной безопасности пока что. Пока. Ой. Так, ладно. Теперь все пока что хорошо. До поры до времени. Ну, блин, замечательно. Ну, давай же, давай. Давай шустрее. Черт, упустил ее. Лох. Ха-ха. Крыски наши друзья. Так. Теперь нам, по-моему, вот сюда. Здесь Дрейк обустроил себе берлогу. Дуй с краном, а я буду корректировать твой маршрут по дороге. Окей. Осторожно, Фейс, приближается вертолет копов. Ой, ну только этого не хватало, а. Давай. Давай, залазь. Я не помню здесь, куда идти. Так, по-моему, сюда. Да, пока что сюда. Сюда теперь. Давай, дорогуша. Ага. Понятно. Это было тупо сейчас. Ну да ладно. Как всегда, в принципе. Так. Жопу нам сейчас, походу, нашпигуют. Опять. Попа-то болеть потом будет. О,
Так, оп. Оп. Нормально, пока что все нормально. Не переживаем пока. Осторожно, копы впереди тебя. Похоже, драки не избежать. Блин. Неудачно. Так, там эти ребята морпехи. Вот только их сейчас не хватало. Ай-яй-яй-яй-яй. Да уж, это было тупо. Ладно, дубль, еще раз. Что-то мне сегодня определенно не везет. Причем в таких простых вещах. Даже я потихоньку уже заикаюсь даже. Вроде бы много не пил. Пока что. Так, и сюда. Не стреляй. Ну все, ребят, шутер пошел. Так. Ну, с шутерами у меня проблем никогда не было. Ну, почти никогда. По школе я даже в контру играть не умел. Ну, с опытом приходит все. Так. Здесь у нас чемоданчик. А чё, вертолет-то сразу-таки отстал? Лошара. Слабак. Так. Нам сюда пока. И лифт. Отлично. Оп. А где же приятная музыка, которая обычно играет в лифтах? Мне так ее сейчас не хватает для успокоения моих долбанных, сраных нервов. Вот. Тум-тум-прум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А, все, отлично. Как в микроволновке. Так, погнали. Таки не помню я, что сейчас будет, но... Так. И куда нам? Ага, сюда. Доска? Понятно. Доска. Доска! Лингвист, ёпта. Опа. Опа, гнандам ста. Так, вот этот вот момент я не люблю. Ладно, пока что все нормально. Впереди должно быть укрытие, какие-то строительные леса, постарайтесь пересидеть там. Окей, друже. Без проблем, все что скажешь. Тебя на побегушках гоняют. Ах ты ж ёжик. Давай, дорогуша, залазь. О, физикс работает. Клёво. Так, нам сюда. Вниз. О, там люди ходят. Так, опять по стене. С персией. Нам сейчас, значит, наверх, наверное. Да, и потом по балочке. Так, вот это я не люблю. Влево, вправо. Вправо, влево. Нормально. Так. Ой-ой-ой. Наверх. Как наверх забраться? Мать вашу. Фух, ладно. Это было тупо, но мы справились. Как всегда. Так, здесь у нас что делать? Ага. Как всегда туплю. Понятно. Ой-ой-ой-ой. Калибр-то у них там не маленький, я смотрю. О, дружик, лети, дорогой. Так, неудачно опять. Эть. И еще раз. Получила сигнал от твоей мамочки и отваливает. Правда, думаю, ненадолго. Окей. А, ну понятно, там ребята зато уже пришли. Ах ты ж скотин. Ой. Так, нормально пока что все. И нам теперь сюда. Ведь, подтянули ножки. Я уже забыл, как здесь все ярко.
Даже в глазах пестрит. Ну да ладно, мне это все равно нравится. Ведь. И сейчас будет просто эпик. Йо-ху-ху! Бах! Ты только что сделала то, о чем я подумал? Черт побери, девочка, я даже пролил пиво на клавиатуру! Слушай, передай кое-что Миллеру. Мне надо с ним снова встретиться. Черт. Окей, Миллер. Пиво, Миллер. Хм. И таки следующая глава. Посмотрим ролик. Я получил твое сообщение. Я следила за Роуберном. За кем? За Тревисом Барфилдом, главой безопасности Поупа. Думаешь, он убил Поупа? Возможно. И он точно подставил Кейт. И в его планах было, чтобы погорел кто-то из копов. Я слышала, он упоминал проект Икар. Барфилд очень опасен, Фейт. Тебе не стоит с ним связываться. Подставив мою сестру. Извини, Фейт. За что? За все. Я тоже не хочу, чтобы Кейт пострадала. Но у нас объявилась одна частная охранная фирма, здорово все осложнившая, для поддержки порядка, как они говорят. Они просто дышат нам в затылок, выжидая, чтобы мы облажались. И они отстанут от нас и от Кейт, только если я выдам... Меня? Да. Вот это таки расклад. Но Фейти, как всегда, в своем репертуаре. Сейчас для меня важна только Кейт. Поэтому я собираюсь отпустить тебя, а ты... Но если ты еще хоть раз наставишь на меня пушку, я тебя убью. Суровая женщина. А сейчас, как мне кажется, я оказываю городу услугу. Вижу птичку, летит к месту встречи, которое называл Роуберн. Ты думаешь, это приятель Роуберна? Могу ошибаться, но похоже на копов. Да и многие ли могут заполучить в свои лапы вертолет в этом городе? И многие. Эй, лучше поторопись, если хочешь достать их. И держись подальше от улиц, вокруг полно копов. Так, ну и на этом мы завершим серию. Наконец-то мы ее записали, да? Да-да-да-да-да. Ура. Ну и, собственно, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пока, и удачи!